Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Пасифая. Пасифая, вся светящаяся, дочь солнечного бога Гелиоса, жена критского царя Миноса. Пасифая влюбилась в быка, посланного на Крит Посейдоном для совершения жертвоприношения. А возможно, это был сам Посейдон в образе быка. С помощью Дедала, сделавшего для Пасифая полое чучело коровы, Пасифае удалось добиться взаимности. От союза Пасифая с быком родился Минотавр. Кроме того, Пасифая родила от Миноса Ариадну, Федору и Андрогея. Афиняне убили Андрогея из зависти к его победе на Панафенейских играх. И тогда, чтобы отомстить за смерть сына, Минос пошел войной против афинского царя Эгея и наложил на Афины дань в виде юношей и девушек, которых афиняне ежегодно должны были посылать на растерзание Минотавр. Ну вот так вкратце о Пасифае. Или вся светящаяся, дочь солнечного бога Гелиоса, жена критского царя Миноса. Пока-пока, до свидания.